28-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского района началось с поздравления именинников Совета с прошедшими днями рождения, а продолжилось рассмотрением двух вопросов, которые стояли на повестке дня. Первый из них – о принятии к осуществлению администрации Ленинского района части полномочий городского поселения «Видное» в сфере организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов поселения в 2015 году. На сегодняшний день в районе наблюдается нехватка библиотек. И несмотря на то, что в скором времени планируется открытие еще двух библиотек, население растет, и необходимость в них остается. Предполагается, что после передачи полномочий по библиотечному обслуживанию району ситуация будет улучшаться. Докладчиком по этому вопросу выступил начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Моисей Шамаилов. Библиотечное обслуживание вот в городских поселениях, а к ним относятся город Видный, горки Ленинские, в соответствии с законом, могут передавать свои полномочия муниципальному району вместе с финансовым обеспечением на их содержание. Общие сведения для информации, обеспечение библиотеками в районе у нас на сегодняшний день, к сожалению, 66%. Следующий вопрос к принятию – это внесение изменений в положение об охране зеленых насаждений на территории Ленинского района, утвержденное Советом депутатов на одном из предыдущих заседаний. Изменения касаются замены в некоторых случаях способов возмещения вреда окружающей среде путем выплаты компенсационной стоимости за вырубаемые деревья или компенсационного озеленения. Места такого озеленения и видовой состав высаживаемых зеленых насаждений будет определяться государственными муниципальными учреждениями, органами местного самоуправления и будут согласовываться уполномоченным органом администрации района. Контроль выполненных работ осуществляет будет администрация района. Все вопросы повестки дня были приняты депутатами единогласно. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.